является помощником главного тренера, хотя в заявке он таковым не числится, но, возможно, есть какие-то вещи. Трансфермаркет все-таки авторитетный источник. Здравских выручает свою команду после прострела. Мануковский выносит подальше мяч, и кто будет за него бороться, кроме Белова, бороться за него абсолютно некому. Играет снова на Кудинова. Кудинов все выше и выше и выше, как поется в известной песне, относительно своей штрафной площади, относительно собственных ворот, поднимается к центру поля. Дравских ждет, когда его команда подальше туда, к штрафной площади отойдет и ошибается. И вот быстрая атака может получиться у Знамени. 3 в 2, выход, опасная ситуация, удар по воротам. Но удар получился у 40-го номера команды Кирилл Макляева. Конкретную секунду получил желтую карточку. Артем Сафронов, 17 лет. Ну вот теперь может вторую Шишкин получить тут же, потому что играл довольно грубо и положил руку на плечо, а там рядом лицо было Кретинина, но вот извиняется он перед молодым футболистом, понимая сам, что поступил не совсем по правилам, не стал Колтунов за минуту выносить сразу два предупреждения. Как будто не заметил. Снова на Кретинина передача. Кретинин, борьба. Скопинцев. Скопинцев на Полякова. Поляков против Косина. Поляков в штрафную площадь врывается. И оставлять мяч необходимо было в игре. Не получилось это сделать у Никиты. Такие же рассуждения уже о гостях. То тут скорее три центральных защитника. Это Шурыгин, Костин и Шишкин. Подать штрафную площадь. Бабенков бить поворотом. Не получился такой удар, как в прошлом матче. И эта попытка тоже неплохая. Передать штрафную площадь. Кто там? Там Кретинин, который пришел помочь. Шишкин добавляет мяч туда, ближе к Доровских. И Доровских принимает этот дар с благодарностью. Мяч. Мануковский. Передача не точна от Мануковского, это похоже на обрез. Лысов, но выручает своего более опытного партнера Эдуард Чернавский. Я в первом тайме отмечал, что Роман так похорошел, но это правда. Макляев, здорово открывается, Макляев в штрафной площади, уже Кирилл, и опасный момент, газон вздымается над полем, и это достаточная жертва для того, чтобы гол в ворота Факела не попал. Шишкин. Что с заменой? Она вроде бы как готовилась, и пока я не вижу футболиста, который готов на поле выйти, может быть, отложили. Чемагин в штрафную площадь, высоко, кто поборется? Есть кто поборется, кто будет бить поворотом? Белов, но нет, это назад, это на Кудинова. Кудинов сегодня центр поля пересечет, он в одной из атак своей команды или нет? Пока до круга. Но теперь-то будет попроще эту передачу выполнить, потому что и Бабенков, и Поляков рядом с мячом находятся. Какие-то сантиметры там вымеряют вместе с помощником главного арбитра, чтобы мяч оказался в зоне подачи углового. Эта подача пошла неплохая, но и не хорошая, средняя. А вот теперь пенальти. А вот теперь пенальти абсолютно безоговорочно, как и все остальные решения, которые сегодня принимает Колтунов. Вообще довольно четко арбитр действует, без особых промедлений. И стоит отметить то, что Никит Ершов на это нарушение нарвался, и он его заработал. Пенальти, хороший шанс у молодежного состава «Факела» открыть счет в этом матче. Кто мяча? Батищев. Кто в воротах? Кудинов. Что в итоге? Узнаем через несколько секунд. Свисток Колтунова, Батищев, разбег, удар по воротам. 1-0. Факел М выходит вперед. Батищев. Четвертый мяч в этом сезоне. Данил Батищев идет отмечать вместе с партнерами, теми, которые сейчас находятся на поле, и теми, кто готовится к выходу на замену.
1-0. Очень важно для молодой команды, очень важно вот эти эпизоды переживать все вместе, потому что это все-таки футбол, и когда ты играешь в футбол еще совсем в юном возрасте, когда ты играешь против профессионалов, когда ты играешь против того же Романа Шишкина, который выигрывал и кубки, и чемпионат России, и забиваешь мячи у себя. Скопинцев. Хорошая передача на Батищева. Батищев в игру вернулся. Батищев и продолжает вот атаку на Романова. Романов на широких. Вот не хватило широкого шага. Широких для того. Кушталов слева. Кушталов красиво. Кушталов на Батищева. Батищева бежать. И бежать, конечно же, Кудинову, который сегодня набегал не меньше абсолютно точно, чем центральные защитники своей команды, а возможно даже и некоторые футболисты, которые находятся на позиции повыше. Шишкин пошел родину спасать и до штрафной площади пока не дошел, а вот в центральном круге передачу точно сделал. Карев, заброс неплохой, нарушение правил и еще вне игры. Необходимо время тянуть, я думаю, что Дмитрий Иванович Кудинов это не приветствует. А вот забить еще один гол, самое то. Романов на фланге. Удар поворотом. Какой гол! Тимур Бабенков забивает просто невероятный мяч. Уже во втором матче подряд заряжает Тимур. Это было просто великолепно. Ну, шикарно же. Шикарно. Потрясающий мяч. 2-0. Бабенков же, да, потому что у меня повторы.